На недавно открытом участке трассы М1 «Беларусь» были установлены необходимые знаки, но автомобилисты продолжали нарушать правила. С целью оптимизации дорожного трафика с 45 по 66 километр установили еще 157 дополнительных указателей движения. В соответствии с проектом, прошедшей главгосэкспертизу, выставлены все дорожные знаки для организации движения. И мы столкнулись с тем, что пользователи оказались не готовы к тому, что на данном участке имеется платный участок дороги и имеются дублеры, на которых движение организовано в двустороннем направлении. Кирпич, двустороннее движение, обгон запрещен, въезд запрещен, тупик. Дополнительные предупреждающие знаки установили для безопасности автомобилистов. Тем, кто едет в Москву, придется перестроиться через поворотную петлю на противоположный дублер. А те, кто следует в населенные пункты, могут продолжить движение по левому дублеру, пояснили дорожные специалисты. В течение недели были установлены дополнительно 147 дорожных знаков, дорожные буфера, порядка 150 делиниаторов, разделяющие встречные транспортные потоки. И вдобавок еще установлены 5 ЗИПов, знаки индивидуального проектирования и световые таблоиды. Всего на этом участке дороги М1 «Беларусь» установили 1029 знаков. В соответствии с проектной документацией скоростной режим снижается с 60 до 30 км в час. Водители призывают быть внимательными. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».